Меня не слышно? Вот, теперь слышно. Всем привет, с вами Грин Дед Мороз, Красный Нос. И короткий апдейт хочу записать. Не знаю, зачем. О, muchas gracias. Muy rico. Perfecto. Хочу записать короткий апдейт, собственно, который заключается в том, что я докупаю Hamster Coin. Вот, только что докупил, видите. Дисклеймер, ни хрена не финансовый совет. Но, с другой стороны, все ссылочки в описании. По чуть-чуть, как говорится, понемножку, помаленечку. Я вам говорю, его помпанут так, что... Мама, не горюй. Не может такой нашумевший проект не помпануть. Еще раз вам говорю, но это не точно. Поэтому, ребяточки, дисклеймер. Все риски берем на себя. Все ссылки снизу кликаем. На Байбите сейчас WSOT. Решеснознейший супер-мега-пупер-шмупер турнир. Поэтому, как говорится, если вы еще не вступили к нам в команду, то вступайте. Наша команда называется в этот раз не CryptoCommons, а SellBuy. Вы могли просто не найти ее в поиске, например. Поэтому переходите по ссылке из описания. Все будет чики-пи-барум. Вот. Хамстера я докупил. Чего еще? MNT хочу немножко докупить, потому что верю сильно в проект. Ребят, когда вы не до конца уверены, что это все, это дно... локальная. Я вот сейчас не до конца в этом уверен, и мы идем вниз. Докупайте по чуть-чуть тогда, господи. Если вы хотите усредняться, тоже надо грамотно. Усредняться надо не сразу, на всю котлету по маркету. Вон, раз чуть-чуть докупили. И выдыхаем спокойно. Так, что там у нас еще? Посмотрим быстренько. ТРДРчик. Друзья. Я сегодня стримил на канале у Гоши Индексрейта. Замечательный чувак. Если вы не видели, всем рекомендую, посмотрите. Ссылка будет в описании, или сейчас карточкой сверху появится, если мы не забудем добавить. В телеге у нас, в общем-то, все это видно, так что... Ваше здоровье. В телегу добавляйте тоже к нам, чтобы не пропускать важные алерты. Мы с ним там проболтали 1.5 часа, очень четко. Посмотрели много активов, и монет, и альткоинов, и биткоинов, хотел сказать. Альткоин биткоинов. Не, сезон альткоинов. Вот это классное все-таки имя. И фамилия, да, такая дагестанская. Так. Или пузырь альткоинов, мне еще понравилось. Пузырь альткоинов. Назовите свой. Если вы планируете завести криптоканал, вот вам инсайт на $1 000 000. Назовите его пузырь альткоинов. И пускай все думают, что это ваше имя и фамилия. В паспорте тоже все поменяйте. Вон, левый паспорт закажите в Даркнете. Будете всем говорить, меня зовут Пузырь, а фамилия моя альткоинов. Шутка шутка, как говорится, в каждой шутке промежутки. Ну, что мы тут видим по ТРДРу? Честно говоря, ничего. Кроме того, что на часовике вот тут нас купили. И есть вот такой канал все-таки, да, между покупателем и продавцом локальным. Это восходящий канал. По биткоину мы его пока не пробили. Поэтому все выглядит достаточно прилично. Но, честно говоря, сейчас стаканчик посмотрим. Стаканчик ровный весьма. Давайте глянем на кефир еще. Кефирием. Кефириемский. Что нам скажет? О, кефир, кстати, очень мощно здесь откупали. Но мы это с вами уже видели. Итак, это я просто сейчас забыл, что оно было. Ой, блин. Да, вот тут кефир откупали просто как этот самый, как не в себя. Кефир просто цистернами тут отгружали людям. И, собственно, вот мы его купили, и он пошел. Короче, ребят, честно говоря, положа руку на сердце, скажу, ни хрена непонятно, как обычно. Трон очень бычий, вот мы тоже рассмотрели его с Гошей. У Трона прям зеленый манифлоу, все дела. Че еще? Пишите в комментариях, какие монетки посмотреть для вас в следующий раз. Вот. И вообще, что вы, собственно, ваши мысли. Пишите любые, вот все, что захотите. Ну, кроме запрещенного. Пишите ваши мысли внизу в комментариях. Потому что я вам напоминаю, что вы таким образом автоматически участвуете в розыгрыше крипты, который у нас проходит в честь пробития 102 тысяч подписчиков. Точнее, 100 тысяч, но уже 102. Вот. Собственно, еще раз повторяю, условия участия в розыгрыше. Комментарий под этим видео или стримом, под любым другим. Только не 2-3 слова, а хотя бы 2-3 приложения. Мы таким образом ботов фильтруем. Лайк, подписка, колокольчик и подписка в телеграм-канал. Вот и все условия, ребята, для участия в конкурсе. Разыгрываем мы призы по 500 тысяч сатоши, так что... Это... Ну, не какие-то там копейки все-таки. И впереди еще 0.5 биткоина мы будем разыгрывать, так что 100 призовых мест, ребята, по 500 тысяч сатоши. Торопитесь успеть.
Блин, ну похоже, что вниз сейчас это все польют, и я, конечно, хомячий загон вам сейчас делаю. Хотя пока я буду рендерить это видео, я думаю, уже может все и отскочит. Ууу, все, сейчас начнется байдедипская ситуация. Поэтому я, короче, начинаю. Но все равно помните в долгу, что мы все еще ниже честных значений, ребят. Я поэтому и покупаю, еще раз вам говорю. Вот, я это показывал тоже на стриме у Гоши. Мы с вами в этом цикле отбились от дна. Раньше халвинга сделали новый all-time high, но при этом этот новый all-time high со стечением времени, это всего лишь нижняя граница. Смотрите, это всего лишь нижняя граница честной цены, друзья. И она была, я вам скажу, какая. Вот, 67 тысяч. А теперь, если мы прямо сейчас поднимемся по биткоину туда, то честная цена уже подросла, время-то идет, и это будет 86 тысяч долларов. Вдумайтесь, 86к по биткоину, это будет только честная нижняя цена. А честная средняя цена будет 100 тысяч, 104. Сейчас уже, а через время вон 109, 110. А верхняя честная цена сейчас уже 125к. А со временем она будет 130, 150 и так далее. Поэтому, друзья, в долгу, еще раз говорю, в линейном, это просто ракета. Поэтому торопитесь. Пока все еще эти билетики на ракету дешевые, я считаю, что надо их покупать, а не титьки мять. Всем профитролей, хорошего настроения, спасибо, что смотрите Crypto Commons. Вынужден заканчивать это видео, иначе не успею посчитать его, батарейка садится. Вот, и что? Это все будет хорошо. Пока я с вами. Шучу. Просто все будет хорошо. В любом из случаев, я считаю так. Вот, упадем ниже, еще докуплю. Соответственно, подрастем, часть продам. Все. Пока-пока. Добавляйтесь к нам в команду на WSOT по ссылочке из описания, guys. Скоро увидимся. Ништяк вообще, да, я тут устроился? Так, все, делаем видео и валим дальше кататься.